В Израиле очень любят тунец. Я его использовала еще в России, когда он был дефицитом. И если вдруг видела в магазине, сразу хватала упаковку. Максимум один вид тунца там был. Не знаю, как сегодня. Приехав в Израиль, я просто была очарована тем количеством консервированного тунца, который продается в магазинах. Я считаю, это прекрасный вообще продукт для того, чтобы быстро насытиться. Итак, мы будем делать два салата. Солью масло. Одна баночка у нас пошла сюда. И вторую баночку отправим в такую же миску. В общем-то, эти два салата, можно сказать, где-то родственники, потому что основной продукт у них консервированный тунец. Но один вариант, который предпочитают в Израиле, а второй вариант предпочитают в Америке. И поэтому у нас сегодня два салата с консервированным тунцом из двух континентов. И начнем с израильского варианта, потому что он самый быстрый. Маленькая баночка консервированной кукурузы. Ее я тоже в воду, жидкость солью. Маленькая баночка кукурузы, если нет, маленькой возьмите половину большой. Ну, что я вас учить буду. Два яйца. Я яйца предпочитаю резать вот такой сеточкой. Это очень быстро и очень удобно. Просто нажимаем, поворачиваем, и у нас такие кубики размером с ту самую кукурузу. Итак, яйцо, кукуруза, тунец и примерно столовая ложка майонеза с горкой. Перемешали. Салат с тунцом по-израильски, собственно говоря, готов. Блюдо самостоятельное. Я люблю просто взять чайную ложечку, чашечку кофе и смаковать кофеек в прикуску с этим салатом. Американский вариант. Мне нужно сюда где-то... Вот у меня синяя луковица большая. Я возьму примерно треть этой луковички. Мелко-мелко ее нарежу. Буквально чем мельче вы это сделаете, тем лучше. И сверху у меня остался кусочек лимона. Рыба любит лимон. Можно лук замариновать отдельно, конечно, но тунец и лимон, они в принципе дружат. Поэтому я лимонный сок выдавлю прямо сюда, в миску. Пару стеблей сельдерея американцы, в принципе, вы знаете, любят этот овощ. И тоже мелко настругаю. Маленькими кубиками, примерно как зерна кукурузы. Отправляем в нашу миску. Все тот же майонез. Точно так же столовая ложка с горкой майонеза. На одну баночку тунца примерно одна столовая ложка с горкой майонеза. Хорошо перемешали. Второй салат готов. Что касается соли и перца. У тунца есть вкус, у майонеза есть вкус. Мне соль и перец здесь не требуется. Поэтому я не солю и не перчу этот салат. Вы можете и посолить, и поперчить. Попробуйте. Если вам действительно не хватает соли, то посолите. Нет в этом ничего криминального. Поэтому быстро-быстро салат, очередной салат из авокадо. Питательно, быстро, полезно, вкусно. Итак, у меня есть пучок кинзы. Кинзу порезала. Есть половина луковички, вот маленькой синей, быстренько настрогала то, что есть в доме. Сюда же огурец тоже один, половинками, дольками. Быстро-быстро нарезали, это тоже возьмет у вас буквально полторы минутки, я не знаю, может быть еще меньше. Огурец сюда же в мисочку. Наш с вами любимый авокадо. И вот здесь сегодня обращу ваше внимание вперед. Обычный десертный нож. Делаем надрезы
клетку, прямо в шкурке, не боимся, ложку. И ложкой мы сразу уже нарезанный авокадо, он у нас уходит в салатницу. Баночка консервированного тунца, масло сливаю в мисочку, остальной тунец отправляю в салатник. Здесь делаем соус. Лимон, четвертинка лимона у меня, черный перец, соль. Все хорошо перемешали. Чуть-чуть оливкового масла, буквально там, я не знаю, чайную ложку. Еще раз перемешали. Вылили в салат, перемешали. Мой перекус готов. Я сейчас быстренько поем и побегу дальше по делам. Начнем, конечно же, с соуса. И тунец у меня будет консервированный. Почему консервированный? Это все очень просто. Дело в том, что тунец для этого салата, ну, должен быть, ребят, премиум качества. Вот честное слово, если у вас нет тунца премиум качества свежего, то не надо, не заморачивайтесь, не портите себе желудки. Я открываю баночку с тунцом и по-еврейски сливаю масло в мисочку. Именно этим маслом мы и будем заправлять наш салат. Добавим сюда чайную ложку соевого соуса, немного чеснока, буквально пол зубчика мы делаем сегодня чуть-чуть салата, ну и, конечно, соль и перец, чуть-чуть черного перца, буквально тоже щепоточка. Все перемешали и отставили до лучших времен. У меня в тарелочке листья молодые салата, маленькие листики. Теперь я могу открыть полностью баночку и выложу консервированный тунец прямо на листья салата, вот так вот ложкой, кусками, какие есть они в банке. Чуть-чуть салатного лука, такими перьями я его нарежу. И тоже раскидаем его по салату. Ничего перемешивать не будем, салат этот не перемешивается в общей миске, уже прямо в тарелке, в личной тарелке люди его перемешивают. Помидоры либо большие, либо помидорки шерри. У меня сегодня помидорки шерри. Буду использовать их просто пополам. У меня есть 2 яйца, отваренных вкрутую. На 4 дольки я их разделила. Выкладываем в салат. Картошечка была отварена у меня в мундире. Ее я тоже на такие треугольнички, чтобы по форме напоминала и шерри, и то, как нарезано у нас яйцо. В общем-то, с нашей задачей мы уже справились. Осталось только полить этот салат заправкой, которую мы сделали. И можно подавать на стол. Остались вот такие бантики, макарошки, ну, достаточно красивые, я вам должна сказать, и, в общем-то, даже вкусные. Что делать с ними сегодня? Сегодня просто-напросто я из этих макарон сделаю салат. Что мне для этого надо? То, что всегда есть в доме. У меня есть зеленый лук. Я вот такими достаточно большими, то есть в размер самих макаронных изделий, нарежу перьями зеленый лук. Сколько есть? Вот осталось немножко лука, значит, будет его совсем немного. У меня есть помидорки разные. Если у вас есть красные, используйте красные. На 4 части я их разрежу, тоже отправлю туда. Это, знаете, такой а-ля итальянский вариант. Есть у меня, знаете, какие яркие, желтые, маленькие. Вот их я, нет, пожалуй, порежу пополам. Хотела бросить, залениться и бросить целиком, но решила, что все-таки порежу. Что еще? У меня есть баночка черных оливок.
они у меня уже открыты и даже порезаны. Если у вас есть целые, возьмите целые. И вот пару ложечек я сюда отправлю. Банка консервированный тунец. Что я сейчас с ним сделаю? Масло я солью отдельно в мисочку. И, в общем-то, на основании этого масла я сделаю соус, заправку для нашего салата. А весь остальной тунец отправляем в салат. Масло из-под тунца, немного соли. У меня здесь смесь такая перцев, белый перец, чесанский. Ну, на самом деле, если у вас есть только черный перец, отправьте сюда только черный перец, и все, никаких проблем здесь не будет. И добавлю немного все-таки оливкового масла, потому что, опять же, оливковое масло — это итальянские мотивы. Плюс у нас есть оливки в самом блюде. Все хорошо перемешала. И вот уже подружившиеся ингредиенты выливаю в салат. Осталось перемешать. И, в общем-то, можно наслаждаться. Я опять купила маленькие перчики. И сегодня мы их сделаем закусочными. Это очень быстрый рецепт. Минут через 5-10 я включу духовку. А пока у меня есть сыр фета. Баночка тунца в масле. Ставим его к фете, к сыру. Масло стараемся особо много в миску не перекладывать. Что попадет, то попадет. Все это нужно хорошенько размять и перемешать. Я добавлю сюда еще пару зубчиков чеснока. Солить не надо. Фета достаточно соленая у меня. И все ответственно перемешиваем. Если чувствуете, что очень густо, добавьте ложку-две сметаны. Что еще? Сюда можете добавить зелень, можете добавить укроп. Можете добавить каперсы, то, что вы любите. Можно даже соленый огурец, в конце концов, добавить. То есть, смотрите, я показываю, так скажем, базисную вещь. Итак, начинка у меня готова. Сразу форму для запекания. Отрезаем хвостики. Вытаскиваем серединку и фаршируем наши перчики. И в этот раз хвостики мы не выбрасываем, а поставим их на место. Друзья мои, в общем-то, это все. Не стану сегодня много делать, чтобы не терять время. 200 градусов, 10-12 минут, и перчики будут готовы. Крышкой накрывать не надо. Они вкусные, кстати, и горячие, и холодные. Мне, например, они больше нравятся холодными. Поэтому я просто сейчас выложу их на тарелку. И такая очень оригинальная закусочка у нас с вами готова. У меня есть 2 плавленых сырка, баночка туны, лук пассированный. Если у вас нет уже готового, то это где-то средняя луковичка. Итак, приступим. Для этого блюда нам нужен комбайн. И в нем вот такая насадка с ножами. Устанавливаем, открываем баночку туны. Обязательно нужно слить масло. Масло слили. Все содержимое отправляем в комбайн. 2 плавленых сырка открываем и тоже отправляем в комбайн. Ничего с ними делать не надо. Пассированный лук. Небольшая средняя луковичка. Я уже точно знаю, что где-то средняя луковичка — это 3 чайных ложки или 1 столовая ложка с горкой. Отправляю лук тоже сюда. 2, 3. Закрываем и начинаем жужжать.
Все, минуты работы. И наша закуска из тунца готова. Выкладываем. Честно вам скажу, я водку не пью, но все, кто пробовал эту закуску, говорят, что это идеальная закуска под водочку. И, кстати, никто ни разу не догадался, из чего это приготовлено.